Привет. Я рад снова видеть тебя у меня на канале. И на этот раз речь в ролике у нас пойдет про то, как можно сверхбыстро, буквально за 2, может быть даже 1 минуту, прокачать все испытания набора скинов Ника и предела. И сделать это можно действительно довольно просто, сверхбыстро. Я это сейчас сам попробовал, и это действительно работает. Так что я думаю, это будет вам полезно. Я перед началом, кстати, перед тем как все показать, еще хотел бы вам сделать небольшой розыгрыш, так скажем, подогреть ваш интерес к этому всему делу и разыграть 1000 V-баксов. А все, что нужно будет сделать, это быть подписанными на этот канал, поставить лайк на это видео, а также в комменты написать свой ник в Fortnite. Все. Результаты будут, как только вы на этом ролике наберете 2000 лайков. Изи, изи. Погнали, теперь расскажу про то, как же получить очень быстро все стили и выполнить все испытания набора ник. Итак, что нам нужно? Для начала, как вы могли уже понять, нам нужно зайти в творческий режим. И все будет завязано на том, что нужно будет зайти на одну специальную карту. И, в принципе, там все нужное собрать для того, чтобы выполнить эти все задания. Сейчас я вам покажу эту карту и как на нее вообще в целом, в принципе, зайти правильно. Заходите, создаете свой сервер. Ну так вот, все. Мы на своем сервере творческого режима. И все, что нам нужно будет сделать теперь, это подойти к любому рекомендуемому острову. Не прыгать в него, нажать Е и ввести специальный код карты, который, если что, будет в описании, чтобы вы не потеряли, где-то в самом начале я его оставлю. И тут вот у вас откроется карта, где написано Dead Jordan Skins Challenge, новая версия. Нажимаете выбрать остров и все. Ждете, пока он у вас прогрузится и отобразится. Как только он у вас прогрузится, не надо будет нажимать на него, уже по старинке можно будет просто запрыгнуть и там буквально за... Да, в принципе, сейчас все сами увидите. Сервер у нас прогрузился. Карта, точнее. И теперь вам нужно просто туда запрыгнуть. И тут самое главное, нажать просто букву Е на клавиатуре. Нажимаете клавишу Е, тут будет игра начата через пару секунд. Все, началось. И тут вообще все изи, как бы сверх изи. Вы просто подходите, видите, что все тапки, которые вам надо здесь. Все эти бомбочки или что это у нас там, шары, короче, ну вы поняли. Они все здесь, а там все монеты. Просто берете, прыгаете на ховерборд. Пролетаете до конца, изи, все тапки собраны. У меня не вылезла табличка о том, что, ну, как бы вы выполнили задание, просто потому что я уже все это выполнил. Я просто показываю вам, как это все делается сверхбыстренько. Здесь берете точно так же, проезжаете, ничего сложного. Создатель карты вообще молодец, постарался и сделал все максимально легко и доступно для нас. Ну и тут вам уже надо будет проехать самую длинную, чисто чтобы монетки собрать, если они вам нужны, может для какого-то задания, я не знаю. Ну, там есть вроде бы как одно задание, где вам нужно, ну я не помню, если честно. Короче, в общем, главное, если надо, можете и монетки собрать, все это крайне легко делается. Херак, все. В принципе, как вы видите, я все собрал, там одну монетку просрал, ну ладно, это не столь важно. После того, как вы все это собрали, вам нужно просто нажать «Завершить игру». Обязательно. Не сразу выходить в тупую, а просто нажать завершить игру. Вернуться на остров и уже отсюда спокойно выйти из творческого режима. Все. Теперь у вас засчитает, и вы, в принципе, за 1-2 минуты, смотря у кого насколько быстро грузит карты и работает интернет, вы, в принципе, закончили это задание, те испытания стильные, вот, можете посмотреть, у меня их больше нет, потому что они все выполнены, да, все получено, и это, на это ушло буквально максимум, я не знаю, минута? Полторы-две это потолок. Ну а на этом все. Вот такой вот способ я нашел я на просторах западного интернута, точнее Reddit'а. Ну и я думаю, все уже и так о нем знают. Я, наверное, самый последний про это сделал видео. Но если хоть кому-то это помогло, то обязательно напишите об этом в комментарии. Ставьте лайк и делитесь этим видео, чтобы ваши друзья тоже могли знать, как быстро прокачивать вот это все дело. Ну а с вами, как обычно, был дядя Лукас, тот самый, который в поддержке автора Лукас Дядя. Всем спасибо огромное за просмотр. До скорых встреч в новых видео. И adios, amigos. Damn.